Во дворце спорта «Видное» прошел 41-й муниципальный форум председателей советов многоквартирных домов. За дискуссионным столом собрались эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, представители района и городской администрации, управляющих компаний, а также председатели советов многоквартирных домов и просто неравнодушные жители. Открытый диалог между участниками форума длился больше 3 часов. За это время были подняты самые разнообразные проблемы – от функционирования лифтов в домах до особенностей формирования бюджета капитального ремонта. С 1 декабря на территории Московской области начнется конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и сферы услуг. Конкурс пройдет в нескольких номинациях. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 14 января на электронную почту torg.reestr@yandex.ru отправить фотографии новогоднего оформления объекта, обязательно указав его точный адрес. Итоги конкурса будут подведены 20 января 2016 года. С 17 ноября в 17 часов в здании администрации сельского поселения совхоз имени Ленина по адресу Московская область, Ленинский район, поселок совхоз имени Ленина, дом 19Б, будут проводиться публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы. С 13 ноября одна из старейших школ Ленинского района, Видновская школа номер 1, отметила свой 60-летний юбилей. За 60 лет 55 выпускников школы получили золотые, 106 серебряные медали, 730 учащихся – призеры районных олимпиад, 26 – лауреаты премии главы Ленинского района. В школе созданы все условия для получения современного качественного образования. Постоянно улучшается материально-техническая база учреждения. В 2014 году построен новый школьный стадион.